В месте против террора в Чебоксарах прошла акция памяти и солидарности с жителями Санкт-Петербурга. На площади республики собрались более 7 тысяч неравнодушных горожан. Вместе против террора. 8 апреля во всех уголках страны россияне, вне зависимости от политических убеждений, вышли на улицы, чтобы объединиться против мирового зла. В Чебоксарах погибших в санкт-петербургском метро вспоминали на площади республики. Здесь собрались тысячи и тысячи горожан. Изо всех страшно. Не только в Петербурге, везде. Везде страшно. Но нельзя отдаваться, как говорится, лапы страху, надо что-то делать, хотя бы негодовать вот таким образом. Не дают нормальным людям жить. Сердце болит. Скорбим мы. Пусть земля им будет пухом. Трагедия унесла жизни 13 человек, более 50 пострадали. И сотни людей, которые ехали в соседних вагонах, помогали на станции открывать искореженные двери, пытались вытащить раненых. Они тоже переживают душевную травму. Память о погибших и в знак солидарности с теми, кто выжил. Чебоксарцы возлагали цветы и зажигали свечи. Мы сегодня собрались, потому что нам очень жалко молодежь, которая умерла в Петербурге. У них жизнь только начиналась. Ввести жителей нашей страны в панику не получится. Мы будем поддерживать друг друга и все сопереживаем жителям Санкт-Петербурга. В этот день все говорили о том, что терроризм можно победить лишь усилиями всего общества, что нужно сплотиться и поддержать город на Неве. Питер, мы с тобой. Питер, надо жить. Сегодня международный терроризм молодеет. А это значит, что именно сегодня мы, как никогда, должны еще больше уделить внимание патриотическому воспитанию молодежи. Народ Российской Федерации жил всегда в мире и единстве. В единстве наша сила. Народ России был всегда непобедим. Мы с Питером.